Мне в партизанах было очень тяжело тоже. Очень тяжелая была очень жизнь в партизанах, особенно девушка. Расскажу, как погибла в партизанах, погибла моя младшая сестра. Ей было только 16 лет, по имени Белла. Значит, когда началась блокада, а я пережила две блокады партизанские, когда началась блокада, она попала к начальству в землянку. И там оказался один из, этот начальник особого отдела, и он стал к ней приставать. Знаете, как в партизанах, там же мужское в основном было, понимаете. Начал приставать, и она выбежала с этой землянки, выбежала, и тут же нарвалась на полицейских, ее, конечно, убили. Ей было только 16 лет, красавица была.